время приземления, я скажу тебе, становись на ноги и пошли назад. Становимся на ноги, наклоняемся вперед, наше тело, центр тяжести впереди, и двигаемся назад, так как тянуть будет назад. Поняла, да? Да, я тебе скажу, когда. Я поняла, надеюсь, не это сделаю. Старайся просто наклоняться вперед больше, так не ложись на меня. Да, если на меня ложиться, то мне будет тяжело, и тебя буду поддерживать, ты будешь это чувствовать. Да. И крыло буду ложить, это мне тяжело просто. Я, конечно, это сделаю, но просто не тяжело. Окей. То есть я тебе, если я тебе скажу ножки вверх, сделай ножки вверх, готова стать на ножки, становись на ножки, пару шагов назад, пошли. Окей. Небольшие так горочки поделала. Так, вот такие маленькие. Ух. Что скажешь? Ты как? Норм? Да. Да-да-да. Нормально, да? Пошли. Большого ветра тут нет. О, как раз. Вообще, ну что, класс. Понравилось? Да! Поздравляю. Можно? Сейчас. Даури, Грузия, ребята. Анатолий, Лена, да? Да, Лена. В общем, мы приземлились, я думаю, все нормально. Да. Тебе понравилось? Да. Поздравляем. Спасибо. Приезжай зимой. Будем, мы так обо всем хорошо поговорили, да, сегодня. С утра. Сегодня опять открыл день, вот, летный. Что-то у меня третий день открываю день. Всем пока, приезжайте в Грузию, меня легко найти.